Теперь о землетрясении на Камчатке. Сейсмологи зафиксировали сильный подземный толчок магнитуды 7. Затем последовала серия более слабых колебаний. Эпицентр подземной бури находился между вулканами Жупановский и Карымский, примерно в 90 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Сильнее всего землетрясение ощущалось в столице края, а также в Елизаве и Вилючинске. В квартирах дрожали стены и пол, с полок падали книги и посуда. Многие люди вышли на улицы. Спасатели обследовали жилые дома и коммунальные объекты. Пострадавших и разрушений нет. Сейсмологи в ближайшее время сильных землетрясений на Камчатке не ожидают.